Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Talk about the things they're gonna say when they see me. And when they see me, they just dab me up and say good to meet me. I keep it going, flowing over this and make it look easy. Easy for me to say I do this every day of the week. Amiga to be the one they talk about when all said and done with it. I'm the feature that they want, but then they don't when I come with it. I'm a scene stealer, see filler, blow up the numbers. And I ain't leaving no crumbs, so you know when I'm done with it. I'm a new school vibe with an old soul, oh so great. Stay paid by the boatload. Don't go chasing a wave, I'm a rowboat. Blow smoke right through the face of the ozone. Oh no, I got the bag, I'm back to just double it. I'm about to pop the top, I've been bubbling. They want the spot, but I do not cut them in. They tryna plot my drop, they been huddling. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, браво! В студии стало очень жарко. Ну, прямо энергии покачали, ребят. Дали энергии жизненные для того, чтобы продолжать наш эфир. Сегодня в гостях «Утреннего экспресса» хореографы танцевального центра Святослав Пономарев, Мария Степанова, Анастасия Моторина и Константин Заякин. Доброго утра. Доброе утро. Глядя на то, как вы сейчас танцевали, мне тоже захотелось научиться так же. Но всегда останавливает мысль, ну а вдруг не получится? Ну, если постоянно так думать, то... То не получится. То не получится, надо прийти, все, попробовать, решиться уже. Ну, еще очень часто разные же причины бывают для того, чтобы не пойти. Например, ну, кажется, что тебе не хватает координации. Например, у тебя есть лишний вес. И будет казаться, или, или тебе уже за 30-40. Что вы скажете? Я вот скажу, что таких... снова не нужно бояться. Надо прийти и попробовать найти свою группу, своего преподавателя, который с радостью поможет. Вопрос к девушкам. Почему девушкам именно стоит прийти позаниматься танцами? И вот держите микрофончик, можно сюда. Всем привет. Я думаю, что первое и самое главное, на что обращают дамы, это женственность, пластика и вообще внутренняя такая энергия женская. И, соответственно, на танцах это все можно получить, приобрести. Да, я также поддержу, что танцы очень помогают раскрепоститься и почувствовать свое тело. В танце это... абсолютно по-другому ощущается, и когда ты контролируешь свое тело, самооценка очень повышается. А мы знаем, что у вас есть опыт работы с, ну, солнечными детьми, так называют, и вообще даже особенности в здоровье не повод для того, чтобы не заниматься танцами. Скажите, это у вас был первый и единственный опыт, либо был до этого, и почему решили вдруг попробовать? Меня пригласили попробовать с солнечными детьми. Поначалу я боялся, но когда пришел, дети вообще совершенно открытые, очень тактильные, очень клевые, энергичные. И мы с ними сделали на отчетный концерт, который летом у нас проходил, на Global Show. Мы сделали классный, прикольный, ну, классный номер. И мы очень прям показали себя, и как бы не боясь всего вокруг, мы показали, что мы точно такие же дети, как и обычные. Супер. Ну, то есть, все равно, на что направлены такие занятия, что они помогают развить? Развитие творческих способностей, я думаю, что открытость, потому что дети некоторые зажаты, им нужно привыкать тактильно, да, раскрепоститься. Ну, все, ну, вроде. Супер, супер. На самом деле это очень здорово, и я сейчас подумал, жалко, что я не посмотрел этот номер. Сегодня так много танцевальных студий, непонятно, куда обратиться, что вот выбрать. Скажите, на что стоит обращать внимание? Я думаю, что стоит обращать внимание на саму студию, на залы, потому что нужно, чтобы было комфортно заниматься, наличие кондиционера. Это опыт преподавательский, то есть нужно смотреть на стаж, на заслуги преподавателя, то есть понимать, к чему ты должен стремиться. То есть наглядный пример должен быть. Ну, самые важные, наверное, вот такие пункты. Вопрос, наверное, от молодых родителей. Я думаю, что они его точно готовы были бы задать, если были бы здесь у нас в студии. Если студия находится далеко, но очень нравится тренер, стоит ли рассматривать эту студию, либо отдать приоритет той, которая находится, ну, просто ближе и просто удобнее? Нужно понимать, для чего родитель отдает ребенка на танцы. То есть цель, если воспитать классного танцора,
то да, стоит возить подальше. Если есть желание просто заниматься, дать куда-то ребенка для общего развития, то, пожалуйста, можно и рядом где-нибудь. Угу. А что касаемо пробных занятий, во многих студиях они есть. У вас есть ли такая практика? Есть такая практика. А вот у нас есть такая возможность прямо сейчас вот мы даем всем шанс. Да. Давай. То есть прямо сейчас мы можем потанцевать с вами? О, конечно. Да. Ну, Кать, пожалуйста. А ты? Ну, я буду наслаждаться. Наслаждаться? Смотри. Ты думаешь, у меня сразу получится? А? Ну, нет? Ты вначале сказала, что так. Очень хочешь. Ну, вдвоем, один. Вот, Екатерина. Подождите музыку, пока не надо. Я еще не знаю, что давайте. Итак, самое крутое движение. Давай. Которое любят все дети. Называется крис-кросс. Ножки на ширине плеч. И скрещиваем сначала правую спереди. Ой, прыгать. Да-да. Теперь обратно в сторону. И теперь левая. А теперь чуть-чуть мы добавляем твист. Да, ага. Закручиваем пяточки в сторону, пяточки внутрь. В сторону, внутрь. А вот теперь можно музычку нам включить. А, все? Все, и пробуем. Ой, мне микрофон прыгает. И все, и быстрее, и быстрее, и быстрее, и быстрее. С прыжком. Ой, все. Кать, прыжком. Так у меня все, и без нагрузки кругу, не хватило. И по кругу. Я могу просто кайфовать. Супер, Катя. Ну, отлично. Ну, благорожденная, посмотрите. Все, спасибо. Спасибо вам большое, во-первых, за короткий мастер-класс. И так быстро у Кати получилось, стоит отметить. Она очень способная. Такой результат. Да, правда, спасибо. Все. Да. У нас в гостях были хореографы танцевального центра Святослав Пономарев, Мария Степанова, Анастасия Моторина и Константин Заякин. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. Творческого развития и успехов. Спасибо большое. Да. Конечно, дорогие зрители, этой осенью будет вручена 6-я народная премия E1.ru. Почетную награду получит лучшая компания Екатеринбурга, по мнению посетителей сайта. Голосование стартует прямо сейчас. Приходите по ссылке, которую вы видите на своих экранах, и делайте свой выбор. Важен голос каждого, ведь это по-настоящему народная премия.